Днем создания службы считается 5 октября 1918 года, хотя уголовный розыск существовал еще в Российской империи. Основа работы каждого сотрудника – интеллектуальный труд, направленный на поиск преступника и доказательства его вины. В УВД Ленинского района это подразделение всегда отличали лучшие кадры. В историко-культурном центре на празднование столетнего юбилея собрались действующие сотрудники и ветераны. В каждом поздравлении, в словах или песнях звучала гордость за представителей этой профессии. Так же примерен взгляд, хоть ранение не счесть, нам дороже наград офицерская честь. Среди ветеранов есть истинные герои своего времени. Один из них – Михаил Сидоров. Сначала прошел Великую Отечественную, побеждая фашизм, затем искоренял преступность и бандитизм в родном городе. Сегодня он старейший представитель оперслужбы района. Основная часть тех, кто сейчас тоже относится к ветеранам УВД, считают его своим старшим товарищем. Например, Александр Анохин успел послужить в уголовном розыске в двух государствах – СССР и Российской Федерации. Последнее место работы за начальника уголовного розыска. В принципе, наверное, какая-то осталась от меня, ну, память, наверное, и так далее, и так далее. Что-то, наверное, было сделано хорошее в мою бытность, пока я здесь служил. Во время торжественного вечера Александр Анохин и многие другие ветераны уголовного розыска были награждены почетными грамотами. Еще один герой праздника – Сергей Тимошенков. В милиции прошел путь от рядового до подполковника. Люди приходят с бедой, как к врачам, и просят о помощи. И мы должны помогать. Чем меньше у нас будет негатива, грязи, тем спокойнее наши люди будут жить. Вот для этого и существует уголовный розыск в том числе. Ветеранов уголовного розыска поздравил заместитель главы Ленинского района Алексей Селезнев, отметив, что благодаря таким людям мы все можем спать спокойно. Слово «ветеран» вмещает в себе очень многое. Это и годы бесстрашной напряженной работы, это минуты и жизни, и смерти, и бессмертия. Это огромная патриотическая и воспитательная работа подрастающего поколения. Вспомнили и тех, кто до конца своей жизни был предан профессии и погиб при исполнении служебных обязанностей. Песня, которую посвятили офицерам гости мероприятия «Творческий дуэт» из Мособлпошспаса, заставила подняться всех, находившихся в этом зале. Яркие воспоминания у присутствующих вызвали фотографии и кадры архивной видеосъемки. В них трудовые будни уголовного розыска Ленинского района. В историю уже ушли те времена, когда борьбу с преступностью вела Евгения Ганина – очаровательная, хрупкая женщина с твердым характером. Именно это, уверена подполковник милиции в отставке, помогало ей успешно нести свою службу. Евгения Алексеевна рада, что была приглашена на этот праздник. Я жалею, что постарела, что выработала стаж, мне очень жалко. И потом коллектив был очень хороший. И сегодня в уголовном розыске служат лучшие представители профессии, герои, которых не все знают в лицо, но чья нелегкая служба дает возможность нам жить в любимом городе спокойно. Татьяна Брылова, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.